Учитывая то, что в последние несколько лет журналистика в России не развивалась профессионально настолько, как это, скажем, было в советское время, появилось огромное количество интернет-изданий, неких свободных так называемых СМИ, которые, по сути, не подпадают под закон о средствах массовой информации, являются так называемыми свободными блогерами. Из-за этого качество журналистики само по себе упало, потому что люди потеряли стимул расти профессионально и развиваться. И, безусловно, это пошло во вред именно качеству вот этого так называемого контента, который размещается в сетях, размещается на телеканалах. Слава богу, что еще на центральных каналах действительно работают настоящие профессионалы, которые росли, развиваются и следят за тем, как они отражают эту действительность и что размещают, что доносят до жителей нашей страны.